Всем привет! Всем привет! Здравствуйте! Сегодня мы вам хотим показать вот такую игрушку, которую мы приобрели в магазине Dixie. Значит, написано коллекция номер 2, пушистики, Кэттаун. Что у нас здесь написано? Здесь написано коллекционная игрушка и вкусный мармелад, Sweet Box. Да, вторая часть, я уже сказал. Вот свитбокс, и вот какие здесь персонажи. Кэти, Баззи, Алиса, Алмаз, Кеша, Царапка, Лео и Дженни. Интересно, что же нам сейчас попадется. Давай, дочь, скрывай. Так, начнем. Ой, тут скачек. Дарви. Да. Уже полегче. Так, вот тут какой-то у нас будет котик. Кстати, вот хочу вам показать мармелад. Какой? Вот такой вот. Вот такой вот. Мармелад еще, да. Внутри. Кажется, ножнички придется. Написано вкусный. Надо взять. Так, сейчас ножнички возьму. 100% вкусный написано. Значит, очень-очень вкусный. Без ГМО. Да. Какая киска! Это Кэти? Так, надо посмотреть. Ой, какая розовая, красивая. Розовая красавица с бусами. О, да, это Кэти, какая кошечка. Покажи. Вот. Это она. Тут что-то на нее написано. Кэти читает рэп, обожает фотосессии, когда не спит, любуется своим отражением в зеркале. В восторге от блестящих украшений, бусиков и сметанки. Любит зиму, потому что снег по цвету похож на сметану. Обожает ходить к Алисе в гости. Мечтает о путешествиях и черном коте. А у меня как... У тебя есть черный кот? Да, есть, могу принести. Ну, здорово. Вот такая красавица. Вот у меня вот этот есть алмазик. Вот у нас Кэти, еще у меня есть Лео такой вот. А вот еще, да, здесь описание, да, еще. Коллекция. У меня их уже где-то вроде бы... 149 рублей стоимость в Dixie. Ну, надеюсь, где-то есть и даже подешевле. Возможно. Или даже подороже, я не знаю. Возможно. Откроем мармелад, просто показать. Давай. Ой. Тут вот какие-то мармеладки в пакетике. Вот такие, ой, желтые. Зеленые, оранжевые мармеладки. Ну, вот такие они. Угу. Такие. Разноцветные, да? Да. Сколько штук? Всего 5? 1, 2, 3, 4, 5, да. Мало. Очень мало. Ну, подписывайтесь на наш канал Тыковка ТВ. Ставьте лайки. Всем пока!